Из колонии строгого режима сбежали особо опасные преступники, на счету которых убийства, разбойные нападения и теракты. Беглецы вооружены. Такую легенду отрабатывают курсанты юридического вуза. Одна из них – Алия Тулегулова, студентка 4-го курса. Она выбрала для себя совсем не женское дело. Всему прочему, девушка предпочла погоны. Конечно, тяжеловато, но условия жаркие. Но при этом все девушки справляются и чувствуют себя очень хорошо. Потому что был при поступлении всем сразу было ясно, то, что мы идем на сложные условия. Вот, но все, в принципе, справляемся. Учения продолжались 2 дня. Градус на термометре, как и на площадке тренировок, зашкаливал. В Самаре стояла жара. Отрабатывать захват преступников курсантам помогали профессионалы. Учения мы проводим в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовно-исполнительной системы по Самарской области, сотрудниками Росгвардии, сотрудниками органов внутренних дел и МЧС. По лесам и полям курсанты преодолели 10 километров в пути. В бронежилетах и касках в 30-градусную жару. Главной задачей курсантов был поиск сбежавших преступников. Для этого необходимо было искать следы, которые последние могли оставить на своем пути. Преступников нашли в заброшенном здании села, но они оказали вооруженное сопротивление. Под прикрытием бронеавтомобиля курсанты провели штурм здания и все-таки задержали преступников. С заданием студенты справились на отлично. Впереди их теперь ждут экзамены, диплом и уже реальные операции. Мария Левина, «События».